Подожди, как зовут этого протика ебучего? Брат Котомилк? Да, Котомилк, точно. Почему Котомилк? Ну, потому что... молочный. Любит молоко котов? Ну, нет, скорее раньше всего... у него, блядь, ник был Котомилк просто, блядь, да. Безбратно. Да это кринж. Он пробовал свои силы в Холипале, он понял, что у него ничего не получается, и он... Кстати, я с вами, блядь, пообщался тут в Дискорде, на работу прихожу и говорю, это кринж! И на меня просто мужики смотрят такие, типа, ты чё, ёбнутый, блядь? Тебя не уволили? Нет. Это кринж, говорю, на меня все такие, типа, хуяк. Сказал бы сразу, это как бы кринж кинг, да, абузы, пойдемте регать. Ну, сказал бы, что ты... Сказал бы, что ты знаком с королем кринжа просто. Ты если бы людей на работу принимал, ты бы спрашивал, сколько у них экспа? Эксп гир в ПМ. Давайте сломимся, погнали, пока трешься. Да все тут уже. Но я бы брал помощников. Пока там опоздают. Есть такие вакансии, как помощник логиста, например. Или там помощник там инженера главного. И, короче, они работают за бесценную опыт. Вот я бы таких людей набирал. Ты бы только... Ну, я вот не знаю, что с Барбаросом. Чем Барбарос детил демони будет еще батя локу тут. Я беба. Беба, пиздец, блядь. Ща так сочно порегли на X2 просто с Айзеком. Час, блядь, 4 игры. Я поэтому Сирус не рублю в PvP. Ну это сейчас, раньше это было нормально. Нет, так раньше, блядь. Ну когда не было, блядь, X3 там нахуй, вот как только X3 открылся, на X2 рега нахуй. Там ну было, да, блядь. Да, 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 да. Ну когда еще... А подожди, а X1 был до X3? А трап да. Снимать будем? Да, вот X1, да, X1 еще X1 пережил был. Как-то X2 в плане реги, когда уже X3 все уже. Ебать, вонючая лососка. Ты чё? Это, помогите тут на развороте. Сова бьет и Бентли. Бежит там. Так, пока не спешите, дайте ловушки с ним. Что-то пока не видел, где она. Наверное, дальше нет. А что ты нам милики лагать не будешь? А у меня выбор есть, нахуй, скажи. Вот типа на леди ты уже, например. Я не знаю, есть. На логи. Ну я и тем более в мультике буду. А что, блять? А на второй фазе, вот ты скажи, блять, как танки агро набирать будут? Без нопола. Там не там, у тебя босс. А чё, у нас никого? У нас один... Чё? У нас хантов нету и рок. Чё это? Ну, бланш придёт, нахуй. Ну, типа, я с бланшем буду двоём напуливать. Всё. Ну да, это кринж, блядь. Пиздец состав рейда, конечно. Зато 10 тысяч ДК. И престов в ШП. Не, так сейчас поменяю. Вот стойте, не спешите, дайте ловушку сниму, блядь. Тут нахуй она должна быть. Чё не пойму, ШП вроде не имба, но их всегда... Не, чё-то нету впереди её, нахуй, странно. Просто ШП, на ШП играют ответственные люди. Они что, блядь, ловушки убрали? Я не понимаю, нахуй. Чё-то нету, не вижу. Ну, она справа может где-то зареспавнить. Барбарос пытается в рейд пробиться, и бланк пришел. Да я ему давал пати, Барбарос. Блядь, вот тут есть ловушка, на той стороне. Сука, меня выпалила эта хуйня. Там мобы идут. Дай сокру фонарь. Да, сокру фонарь. Танки ловить. Бланш, где бланш? Почему у вас у всех голоса похожи? Может это в тебе дело? Как? Нет, у меня музыкальный слух абсолютно. Ну это у Кунки. Ой, блядь, с фонарем очень похож. Я дал мне фонари. Я лох, я кунка. Я уважаю как бы бладов, фростмагов. Я люблю их всем сердцем. Я уступаю им по дамагу. Я кунка, запомните. По гороскопу ты бог?
Да, да. Я метис по гороскопу вообще-то на коленях. Глю пока нету. Слушай, можешь Сирус купить. Че думаешь, вебс? Там какой-то скорпион у них. Да. Но он какой-то неадекватный. Лунтик. Че будешь? О, аватарка ВКонтакте прикольная. Вон там. На ледяных горах где-то. На лыжах. Да. Он бросил курить, видимо. Все, ловушки я снял спереди. Бам, хазбан. Он дранит мои. Распылить. Я бы ешку не ожидаю, я бы не ожидаю. Калюта Варшава. Мне Бентли ФМ хочет написать. Да, мне Бентли что-то ФМ хочет написать. Смысле, персонаж по имени Бентли в игре не найдет. Да это всем так спамит. Это баг. Бентли, зачем ты мне пытаешься написать? На, наверное, в пизду. Пойду я на ребро на всякий случай на Лока, нахуй, чтобы не заниматься этой хуйней. Не вайпаться, ну. Бланш на ребро пока посидишь на замене. Похуй на пол. Таунт нажмите вначале, нормально будет. Три танка. Да, у нас 0 на пулов, а на леди как будем. Ну просто. Так, на леди я зайду на рогу и бланш будет на ханте. Танчик, а у тебя нет анхоли там вот этого вот? Не, ну. Это плохо. Ну, могу перебиться. Ходить. Ну просто видишь, сколько у нас столов. А у нас есть танки. ДК. Да не, ребрат сильный, там более мертвых обязательно нужно. Ну ладно, не на ребро, он там дальше. Ну смотри. Ну, у нас сука. Просто, типа, там есть там Дермич, там, фанатизм. Кто? Дермич, фанатизм. Нет, второй, да, фанатизм. Бля, подойди ближе сюда, Дермич, блядь, фанатизм. Кто она? Да, Дермич. Кстати, Ондра, мне сказали, ты фласки делаешь просто как не в себя. Припоты, точнее. Да ну нахуй. Да, мне нужны припоты. Ну реги скидываю, я тебе сделаю приводу. Какие реги? Ну посмотри в профиль и... У меня как раз голды дохуя, пойдем, это потом после рейда. Закрабните мне фласок, я вам заплачу. ДС. Нет, ты кидаешь реги. Ты кидаешь реги, и я тебе скидываю фласки. Зачем? Не знаю, где, но уже почувствую, что наебали. Какой-то скам, да, Жишок? Да, пиздец. Можешь этого не делать. Как зачем я тебя скинул? Спасибо. Да, может, еще не дошло. Юля барыжит фласками. А она сгибанка. Там крит потов, но немножко. Но ей-то поты зачем в ДЦ? Так я на Дестрика. Не знаю. А, перекупщица. Бизнесмен. Давайте, фач. Жмич, какая зеленая фласка танков, да? Да. Стальной кожи. Давай трейд. Че дает? ХП. А, ты Бастмуна тоже за доллар взял? А можно да. Купить такую баночку? Я не видел просто. А, это еще танк, говорит, да? Да, я да. Тебе так дам. Давай трейд. Сейчас, погоди, я разделю только. А ему уже достало. Да, мне тоже. То попугая убью нахуй. Тихо, он это, гимн поет на ману. Я думал Российской Федерации. Это же. Так, я пока восьмой патии кикну, ребят. Пока что. Да, что я тоже пока кикну. Так, Блэкич, ты с левой стороны будешь?
Я справа. Так, сейчас, подождите. Рейд немножко переделаю. Третий пати, два Эрдара. Ну, в первом Эрдар есть, вижу. И Зандалар. Все, заебись, пойдет. Зандалар есть, Эрдары. Блэк еще сюда закинем. И... Эрдара, да, нету во второй. Блять, подожди нахуй, закидываю, заебал. А че? Бля, Сандера нет. Ну-ка, читер, блять, как он туда залез, ну? Блять, а что, три Эрдара только, нахуй? Кириш. Премы, блять, кабанов убивают в игре Мари. Кринж. Эридара же правильно, да? Раз. Два. Да, тоже три насчитал, бро. Три Эридара, сука. Проверял, потом... Четвертый Зандалара нет теперь, а у нас много Зандалара. Кто-то без Эридара будет. Короче, смотри. Так. 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 Сейчас, секунду. Ну и в третьем, и в четвертом пати ты, блядь, вот вы такие умники, блядь, себе да, нахуй. В третьем пати есть несколько задоваров, я сейчас хочу правильно одного выбрать. Просто два уши. Блядь, там желательно в одной пати, типа, иметь, Андрей. Вот так, все. Это хуйня полная. Нихуя ты красавчик, вернее. Ну, теперь в первом пати нету, блядь, Эридара. Ты, блядь, вы такие умные, пиздец, нахуй. Не хватает, не хватает. Так и в четвертом нет Эридара. Ну так, нахуй. Ты вы, блядь, вот смотрю, ты сам умный, нахуй. Себе закинул Эридара, нахуй, остальным поебать. У меня два, подожди. Секундочку, не кричите. Вот. А чё Кума появился у меня здесь по пати? Все, ничего не меняй нахуй, все, в пизду тебя нахуй. Все? Разжаловать нахуй, пизду. Че, гонишь, наоборот все нормально сделал. Не, хуйню сделал, брат. Двух Эрдара все запал, блять. Не, их перекинул. Огонь. Так, что у нас, три Эрдара? Идем сюда. Расскажи, пожалуйста, как бой проходит. Тут что-то по-другому все. Хорошее начало. Приятного аппетита, танчик. Спасибо. Приятного. Так, блин. Так, короче, фонарь. Когда он начнет кастовать вихрь, ты будешь бежать в крест. Ну, когда он чаржнется, только после чаржа уже побежишь в крест, понял? Uh-huh. Изначально это будет делать Фанича. Танчик и Дермич. Танчик, ты просто стоишь во фрейме Дермича всегда, понял? Понял. Все время во фрейме Дермича просто стой и все. Так, Блэкич со мной по сторонам будет. В начале, когда будете пулять танки, таунт просто нажимаете друг друга. Потом Дермич заберешь на себя босса в конце. Ну, нажимаете просто три таунта, чтобы набрать этот ритм. В начале боя набирайте максимально 3, то у нас нет на плуг, потому что чтоб не было хуйни. Фласки в ГП возьмете. Сику. Так, потом на вихре сбегаемся все в печеньку, ну кроме танка, соответственно. Остальные, в принципе, тут все были. Все, давайте еще на полмаш поешь. Модель, я тебе систа дал, можешь ученую. Дайте поесть, пожалуйста, подсек. Подожди, ты не нажрался? Уже можно пулять. Давай, чё ты, Дель.
На исход не стали. Поехали. Шип сзади сняли быстрее. Два шипа, блядь, быстрее. Пизда нахуй. Ну высерус ебаный нахуй. Ребят, на РДД не забывайте свечить, пожалуйста, по шипам. Это очень важно нахуй. Если вы не будете этого делать, блядь, мы будем ебайлом в пол лежать нахуй 24 на 7. Спасибо. Да там типа не успели было. Там через 2 секунды кинулось. О, уже сразу. Я где-то в интернете читал, что слева-справа можно от ребра вставать, чтобы меньше проворачивать камеру было РДДшником, чтобы свичнуться проще было, шипы. Лайфхак. Ну, с лагами актуально, наверное. Заебись, взял ошибку еще убил. Как ты, Юля, сказала? Лайфхак. А мне казалось, сказал лайкхак. Дикция, может, у меня. Да, это вар такой. Вчера тоже вчера Зорта бил со мной, ниже танков давал ДПС. Ты не так сказал, у него ник лох так. Так это Глад, он просто... Такой бородатый, да, волосатый, я видел его на стриме. Очень волосатый. Он постоянно с бананами, что с какими-нибудь вкусняшками. И Кинкай там был, помню. Ну так я, он связан. Токал. Лютый памп. И Лундра подсадил, когда это РЛ у него в статике. Да. Норочка одобряет. Норочка там тоже такая норка, я бы сказала. Очень норка. Такая массивная женщина, да. Насчет таба, конечно, заебись, но как ты будешь нажимать? Камеру сначала повернуть надо. Или ты спиной нажимаешь, у тебя похуй выбирается, да, все. Чё за таб? У вас не забинжен таб? Пиздец. Нет. Танков держите, колют, я не знаю. Наверное, давай ты там танков подхикивай максимально. Вместе с Люксором у нас один. Чё тут за хуйня у вас в углу, блядь? Вообще пиздец, вы бы хоть не при всех это делали. Понял. Блять, если вы там поприкалываться пришли, идите нахуй. Что вы там делаете, блять? Вы они там рыбу что ли поставили? Нет, хотаются. Два ДКшки хотаются с дроидами. Гей-секс? Хотаются, звучит как-то, да? По-европейски звучит как-то. Давайте фулбан. Блять, кто там еще не добежал? Люксор, давай быстрее. Теперь еще и котик. Бланш, только не уходи никуда далеко, пожалуйста. Бланш. Ксора где-то бежит. Карт бланш. Игрище ДКшное, друида. Че на полбан? Адель, давай отчет. Танки не забывайте, стромагрон набирать получает. РТД. Шип сняли с мага быстрее. Печеньку. Блять, забыл по сакрам распределить. Дермич, ты первую?
вместе с... Потом люксор даешь. Потом танчик первый на следующем вихре. И фонарь продлеваешь. Уходим, блэкиши. Шипы прохил. Танчик сложил. Прожался. Серый верни танчик. Перебафните его снова. Ребафнули ДК быстрее. Особенно с тобой. Давайте все уже было. Вихрь. Блять, хуёво. Ну, блять, у меня выбора другого нет. У меня на мне лужа была. Печеньки стрим. Лужа там аккуратно. Танчик сокру. Ой, это ты отвидовал уже. Всё. Сука. Служи, выйдите. Повинишь. Выйдите служи, пожалуйста. Заебали все лужи с обмена. А вихрь сейчас будет лужа последний. Может в себя будет чуть-чуть. Надо будет блэк еще наверное срочно. Я завис. Ты завис? Да. Я бы в левую сторону пойдешь. Вот после того, как он сейчас чарнется к танкам, сразу уходи в левую сторону. Уходи. Шип сломайте. Шип сняли быстрее, скриншкин. Шипы. Банные шипы, как они заебали. Тихо. Выключи, пожалуйста, звук, у кого эта хуйня противная. Незыблемка, если что есть. Ну, будешь давать на вихре. Сейчас будешь давать. У меня пошли. Блять. Там лужа у меня шла, я не мог пойти раньше. Она, наверное, чуть будет левее, а ты чем ты тут? Лужа, блядь. Левее надо было идти. Так сорвано. Еще левее, там лужа пошла. Резать его? Да, выжить бы, блядь. Я встану. Пиздец. Да все, пизда нахуй.
У нас еще 3-4 минуты, может добьем нормально. Можем успеть. Да у нас все хилы мертвые, у нас, блядь, одна Юля, блядь, живая. Что мы успеем? Там уже там ничего не будет. Падать. На, Юлька, тройная исповедь, нахуй. Юлька, на бутылку посадили. Сейчас снимем. Не успел. Не сниму. ШП пиздец долго ломают. Ну, потому что по классике жанра не все их бьют. Вот. Ну, типа, ты понял, в миле даже ШП по 5 секунд живут. 4Т4 не работает почему-то, ну что за хуйня? Блэки, что там у тебя случилось? Или не все могут? А ничего, ну, просто все зависло, нахуй. Сейчас зайду. Просто, okay. Когда мы в прошлый раз убивали, у нас были ШП с переапанными бомбами, которые эти ШП уничтожали. А сейчас... Они взрывались, да, прям сильно. Тогда. А сейчас этого нету, ребят, если вы не заметили. Поэтому побольше в ШП надо свечить. Есть DTLs, Андрей? У меня скады. Смотри, там есть живые листья у меня? Нету. Бля, Т4 не работает вообще почему-то. Нету, да. Переодеть надо. Сейчас посмотрю. Это нет. Нету. Так у меня аж скада. Ну, все говорят, нету. Нету, да. Поможем. Каких живых листьев нету? Ни живых листьев, ни дополнительного буйного роста, ничего нет. Угу. А, ну, ты видишь? Шкаф, пожалуйста. Помогите мне сразу. Далеко. Шкаф тыкнуть. Ребят, короче, зовите, я в другом дисе буду. Давай. Хорошо. Блять. Что с ДПСом, Швепсом? Пиво реарм пиво, блядь. А он хотел он ридара какого-то хоть возмущался, не, ну серьезно. Кинули, не дамажишь ее, пати. Не дали АДК, блядь. ТТК монополия. Пиздец, блядь. У нас коррупция еще. Коррупция. Да, сегодня международный день пива, блядь. Мне он на работе, блядь, ящик пива нахуй выдают. Чего мне не выдали? Потому что ты школьник, да? Да, да, да. Блять, я масло еще забыл, ёбаный в рот, нахуй, только сейчас вспомнил, блядь. Ну, кстати, сейчас объем точно. Я как раз мороженку даем. Приятного. Все, давайте вообще на полубафе поехали. Давай, Дэль, че? Поехали. Шип сзади, шип, два шипа сзади, быстрее. Блядь, сейчас вред пойдет. Ты заебал этот высеру, всю эту хуйню устраивает. Аккуратно, отойдите от шипов. Я был молодец. Я бы сишо так подстраховывать, когда два шипа. Привет, хуйня не шла. Бенидо. Щенька. По очереди я вам там сказал, кто как себя ведет. Запомните, пожалуйста. Очередность. Входим. Я тоже ухожу? Да, ты тоже уходишь. Мне не чарится куда-то. Счастливо.
Блин, заебали эти лужи, нахуй. Когда, блядь. У меня лужа пошла, окей. Блять, меня чёрнулся. Опять надо будет вправо или влево отойти. А там танк не был? Бля, далеко отошла сирена. У нас не все люди понимают, как это здесь. Ну, блять, я не знаю, в этом моменте, когда он лужу кидает, нахуй, я не могу, блять, подходить. Вот это хуёво, что он чёрнет. Может как-то ближе подойти к боссу? Да-да, к боссу ближе. А ты как ничего. Его? Ближе к печеньке подходи, когда кидается босс. Да. Не к печеньке, а к боссу. Он от себя считает. Нет, не к боссу. К боссу ближе. Нахуй, типа. Я так делаю, он типа кидает на меня последнюю лужу, я подхожу ближе к печеньке, ну типа не там в печеньку, а там левее, правее. Он не от печеньки раньше все равно считает, а от себя. Ну или. Ну или ладно, хуй с ним, типа. Если на тебя кидается там, не знаю, лужа, скажи мне, я туда пойду, блядь. Ест, босс ловит. Там и так Ваничел к вратам идет. А не я. Дело не в этом. Когда кастуется вихрь, кидается ебаная лужа в этот момент. Ну да. Она либо в тебя, либо в тебя, либо меня. У тебя-то, когда ты эту лужу кидаешь, когда ты видишь, что она разливается, ты можешь блинк нажать. И вихрь еще не начинает кастовать. Соответственно, ты подходишь. У меня такой функции нет, понимаешь, вот в чем есть прикол. Ну, я просто весь бой, типа, когда уже вижу тайминг, вихрь, я уже. Там вот именно вот эта лужа, которая. Я же тебе говорю, именно которая лужа, вот прямо перед вихрем. Она вот на начале каста вихря льется. Вот в чем вся проблема. Но я сейчас попробую другую хуйню сделать. Примерно. Не знаю. Знаю, как сделать. Как я просто ближе подхожу к печеньке, и там разливаю чуть подальше. Да, я тоже сейчас ближе подойду, просто и нормально будет. Почему ты не можешь просто прыгнуть в печеньку портом? А потом, когда вихрь заканчивается. А, ну да, во-первых, она пойдет в рейд, блядь, мне надо дождаться, когда. Ну да, пойдет сама она пойдет, и ты сразу. А во-вторых, блядь, я не могу порты ставить в печеньки, нахуй. Ну, чтобы под конец коста вихря успеть в печеньку тпшнуть. Потому что мне, блядь, до заканчивая вихря уже надо стать на свое место, понимаешь, чтобы лужу разливать. Вот что мне теперь говорил. Не все так просто, блядь. А, блин, ты этот, Зандалар. Просто я думаю, если ты Иридар, то вообще не было бы проблем. Ну, как если бы Иридар, да? Скакнул бы через лужу, обратно. Если бы Иридар, да? Но я не Иридар. Ну и Иридар и то там через раз бы хватало. Там 2 минуты. Минута. Минута, да, каждый раз бы. Ну тогда успевал. Короче, напомню. Был бы Иридаром, какнул бы. Даже гоблин успевал бы там минута 30. Хватает. Шо? Эдик, что тебе не хватает? Давай, а чё ты, Дэль? Нет, тут когда еще все лужи меня льются, это такое сильно. Шип слева. Симбалу.
Собьют шип сюда, не? Ходим. Блоки что там просить, у меня. Блять, так конечно сложнее делать, но ладно, похуй. Ребят, бейте шипы. ДПС да нахуй надо. Шипы разбивайте, ребят. Нам ДПСа хватит, главное разбивайте шипы. Нельзя игнорить шипы. Каким тотем скомандовать? Давай тотем колют и давай тотем этот один. Шипы. В блоке че шип что ли кинул, блять? Ебать луж нахуй. Залил у меня просто. Погляди, куда я раздел там. Выходим. Подойдите сразу все, чтобы что-то упустить. Так, босс. Шип с меня сзади быстрее. Я еще в луже. Надо подхилить будет. К служу уходить будет. Блять, хуёво нахуй. Чё, шипы? Ёбаный пиздец. Он ещё чаржнулся не туда. Правее троп. Всё, уходим. Ходите в мили...
Прохил, прохил. Гим дал. Прохил рейд. Рейд поставь тотем. Шерф, да, гимн. Войд, инер по Юле. Уже. Вижу. Шип сзади, быстрее, с меня. Да. Он долго стоит. Он заебет. Ты разлить. Ходим, блэк. Прохил, прохил. Шип сзади с меня быстрее, блядь. Шип сзади быстрее, ребят. Под босса сейчас попадаю. Быстрее, быстрее, сейчас шипы будут. Могу вред дать кому-то. Так добьем. Да добьете. Ничего не надо, нет, не отвлекайте, хилить. Главное, как не проебить. Шип сзади с Блэкича. Ребят, шип сзади с Блэкича. Спасибо. Все, давайте. Yes. Изи, ебать. Ебать. Сочный поезд. А, ну бля, не я заберу. Че на сушку? Штаны на танк нормальные были, охуенные. И кольцо, блять, я проги хотел. Ну, ладно. Умирает, а он хуёво скидывается по шипам. Details не читает вообще. Он показывает. Так, сейчас немножко надо поменять людей. Глюн не зашел, да? Так, бланш сюда. Батя сюда. По какой тактике был хуячить? Милики, ко мне не подходить. Там под каждый каст. Не, Бева, не надо. Лужи надо бы сейв давать. Не надо, пока я пойду на руку. Так, кто у нас там самый слабенький по ДПС? Дертач поменяли. Ладно, сейчас разролю сначала. Честно, поезд давайте самый вкусный. Тупо 10к нахуй сразу. Клиншкин 10. 11 хули шлиф. Снимите ученика, ученик приедет. Никого взрывного уже нету. А ученик не взрывается. Не, ну просто бежит, я имею в виду. Опять бежит. Хули шит, Даша, мэн. Кольцо это надо кому-нибудь? Никому не надо, только на мучиках. А, Кирилл, а тактика, как на дубе, тот не сработает? С двумя напулами, даже с четырьмя, наверное. В два танка. В два танка, с четырьмя? Нет, не, хуйня полная. Ну, типа слева, справа там рога хант, и справа тоже рога хант. А, танки там, заберите, типа, вроде, она не сработает в два танка, хотя бы из-за того, что... Как тебе объяснить? Ой, Даш, обмен. Заберите с меня. Она не сработает из-за того, что у трэша по 800 тысяч хп, он не так быстро будет умирать.
Кастер, у меня это... Пока будет Кастер... Рэш выходить, танку надо будет меняться. И если это делать не будут, нахуй, соответственно, ну, эта хуйня побежит в рейд. Ну, по рейду гулять, это... леди. Типа, просто два ханта, слева-справа, там Рэш выходит, они напуливают в танка. А танк, ну, типа, два танка стоят под боссом вон там. И, типа, получается, они там Рэш будут под... миликом, а будут взрываться духи 100%. В миллизоне будут взрываться. На первой фазе, нет, я на первой фазе предлагаю. На первой, на первой фазе? У нас два фонтана. Да. Так что, как, двух делить? Ну... Кто-то трэш, кто-то босс или как? И проблема в том, что, смотри, фанатики-то сбегутся в центр, а приверженцы-то ну, похуй. Ну, 2 ДК. 2 ДК. 4 ДК, 5 ДК. Так их может, блядь, выйти нахуй 5 штук, понимаешь? Сразу с одного раза. 5 их приверженцев. Ну не 5, 4, но. Ну. Как я распределю, блядь, с ДК нахуй? Мне метки поставить, ну не успею, банально просто. Это надо, чтобы они думали головой. Смотри, Кирилл, вот с этой стороны справа, дайте... 4 ДК я справа думаю. Дайте я объясню. Вот с этой стороны справа всегда по краям выходят два приверженца. И с лестницы он рандомный, либо приверженец, либо фанатик. А с той стороны всегда один приверженец и два фанатика. Вот где паука сейчас бьем. Всегда по КД. Ну так поэтому я и говорю, 4 приверженца может быть. Вроде как. Дремить за 10. Ну не на протопала не хотят. Не, на мейн сначала. Ребят, сначала на мейн. Ну если приоритет. Это вроде плечо заломано лучше. Приверженцев, если приоритет залить, то можно как бы ДКшника заставить гриппать сюда одного. Хотя бы. Так и бланши мне надо всунуть вместо кого-то. А фрус ДК вообще сильный клиф? Ну, по трэшу. Да, должен, да. Да, очень сильный. Значит, мне надо стрелять. Ебаша нихуёво. Значит, Мирай оставлять надо мной. Да, можешь спекнуть вон холли, дремичить. Там надо постоянно еще плюс баф на боссе держать, там упашкой, чтобы висел. Добрый, хорошо. Эдик, хорошо. Пойду на 3 минуты. Да, идите, надо подумать, блядь. А если какая-то нахуй... заготовка тактики или что-то в этом роде? Так, у нас 3 минуты. Вот это уже плохо было. Как бы сейчас понерфили чуть-чуть. В принципе, ДПС должно хватить. Можно даже попробовать не сводить. Типа, ну 96, 28. В принципе, можно потянуть. Но если нет, то в любом случае сводить придется. Чтобы милика меньше бегать, чтобы какой-то импакт был от них. Тут главное, чтобы мы урон дохуя не утали по рейду. Это самое главное. А что, тактику столбов пообузить не хотим попробовать? Циркулю по циркулю сторону, нет? Не хочешь? Вот и в курсе, да, за это? Да. Блять, мне, короче, надо кого-то одного поменять еще нахуй, кого, блять. Тактика столба, это типа тогда... Ты застревая, чтобы не застревали с другой стороны, ты с другой стороны? Ну, ты не бегать, совсем, виду? Чтобы просто лосать все. Боссом Мандракун. Или ты можешь, типа, попросить кого-то одного порвлить. Все лосают мобов. Да, надо шипа одного кого-то менять. Шипа сейчас будут, ебашить. Я могу почилить. Я вот, насколько помню, кот — это самый худший таргет. Типа, я понимаю, что у нас не будет мили-бафа, мили-крит. Да, но кот это, блядь, типа на леди, это пиздец. Типа на него только циклон с контроля. Блядь, чего же циклон нужен? Только циклон, типа, понимаю, это, ну, типа, он ебашит, да ничего не снимает. Поэтому, да это понятно, там только станет циклон. А, кстати, по поводу оружия. У всех же ДБМ есть, я надеюсь. Ну, у меня точно снимают. Даже старые снимают. Вы все проверьте милики, то что, блядь, вы можете нас убивать и не понимать этого. Я не понимаю. Зато у нас теперь плюс редар. Батя зашел. В каком-то там пати не хватало редара в первом роде. Угу. Я думаю, на второй что урона хватит, Кирилл. Я больше волнуюсь, чтобы нам... Хотел бы это в общем босса. Хватит, возьму.
Ну смотри, я сейчас пойду на рогу. Я типа буду все время на боссе плюс-минус сидеть, чтобы напуливать на по очереди. Я потом хотел сказать, что у нас нету таких прям этих туннелищих классов. Роги нужно. Вот две бы роги вообще отлично на этого босса. Ну, блять. Ну да. Что поделать, нахуй? Два роги ушло, два рога ливнуло, блять. Причем второй я не понимаю почему, ну да ладно, похуй. А кто, данжемастер который? Дунгамунга, да. Mm-hmm. Я видел, он в гильде какой-то там, по-моему, новый уже. Венза. Венза. Он там зашишечный. Зашишечный, понятно. Он на свайпу, блядь, в Карина недавно. Синрицу в Экзальт ушел. Но он мне написал, что да, он захотел здесь... ФК-на. Ну... Мне кажется, с нерфом ХП, думаю, у нас получится. Сколько у него получается? Все, 113 мультов, да? Ладно, давай пока полишим, то попробуем. А получается. Так, правило пока скину. Пошел на рогу. Это реально. Может, чуть-чуть подвести, чтобы тоже или немного, и... Просто, типа, реально нужно назначать людей, типа, чтобы кто-то босса делал, кто-то трэш, типа, это самый профит жесткий. Вот это спич... самая жесткая проблема в том, что люди будут умирать от духов, а если люди умирают от духов, мы не убиваем босса, но это прямо логично. Дожить бы до духов, Андрей, типа, мы сейчас на трэше вайп будем сыграть. Это мелочь, сначала надо дожить, но... перевести. Если там челик ловит стрелу и лужу, то это минус челик. А они сделали, что одновременно этого не будет сейчас. Уже только что поочередно. А, вот поправить, типа, не? Что-то переходит. Да нихуя, это не минус челик. Вообще минус, типа. Ну, убрали. На прошлом, когда это было минус. Ну, это если диспела нет, то минус. Не, мы тестили, там просто ваншот. Там прилетела лужа, тут же стрела и все. Летит, и лужа на 8 тысяч бьет минимум. И она в 0.1 кидается? Да, ну, типа, одновременно кидается. Да, 0.1 раньше кидалось, это ваншот. Типа 8 и 15, там почти 24 тысячи заходит. Ну это если шел, да, нет. А так вообще ты не почувствуешь. Ой, блядь. Не души, а. Уже этого нету, можно не обсуждать. На, тут ДЦ очень много делает на леди. Очень много зависит. А хуй ты в ЧП тогда? Че? Сделай много в ДЦ, пожалуйста. Так у нас есть ДЦ. Ну, у нас много ДК, в принципе, блядь. Я просто боюсь, чтобы такая хуйня произошла. Когда гриппать вы будете или фанатики будут сводить, чтобы никого не кливнуло из РДДНа. И чтобы, блядь, во-первых, взрыв нахуй сбить. Потому что если вы взрыв не сбиваете, кидается лужа в центр, это минус 7 милики будут. Ну, типа, блядь, есть там такая проблема, просто Арислина попросить взять символ на огне в небес на 15 секунд, что ли? Ну да, как вариант тоже. Они разве не гуманоиды? Не, ладно, они... короче, давайте сразу распределим одно. Мирай, давай хуй с ним, будем центр сводить на первой фазе мобов. То бишь, ну где-то в печеньку плюс-минус. А, давай так попробуем изначально, дальше будет видно. А, Мирай, твой будет моб. С центра, который выходит. Если он будет приверженец, то ты его гриппаешь. Понял? Все. Ты его гриппаешь в печеньку. Только если он приверженец. Фанатика не надо гриппать, потому что он тебе сломает ебало. И смотрите, ребята, аккуратно под фанатиков не подходите, они могут кливом ебнуть. Это главное. То бишь РДД стойте где-нибудь. Вот тут, вот там, блядь, слевее. То бишь, ну, не в самом центре, куда их сводят. Либо чуть дальше, соответственно. Так, с левой стороны выходит только один приверженец. Это будет твой танчик. Ты этого приверженца гриппаешь сюда в печеньку, понял? Танчик. С левой стороны это, то бишь, вот где крест. Вот с этой стороны он должен уходить. Так, Никита, твой справа будет... Блять, я не знаю, смотрите, с Андреем, короче, вы вдвоем. Не проебите только один грипп. Пускай, допустим, Никита, ты первый будешь грипп отдавать с правой стороны, Андрей, твой второй. Смотришь, какой таргет он гриппает. Ты второго, если что, приверженец. Может не понадобиться, если приверженец... С какой стороны? Извини. С правой стороны вы оба. То бишь вот с этой стороны, где я сейчас прыгаю. Первый Никита отдает. Там может быть один приверженец, может быть два приверженца.
Хорошо, там все время два. Там все время два. Куда? Печенька. Печенька, понял, понял. Да. Ну и, соответственно, получается, фонарь. Ты с левой стороны забираешь двух фанатиков, которые идут. Дермич, ты забираешь фанатика справа, который один будет. Нет, это на первую фазу только. Это только на первую фазу. Только на первую. Я говорю. Дермич, ты, получается, справа фанатика забираешь. И Танчик, твой будет фанатик по центру, который идет. Забираешь его на себя. Понял? И разворачиваешь его сразу, ставишь, чтобы он не клевал там. И справа смотрите, или под, слева? Слева, да? С центра. С центра. Если будет идти фанатик, он будет твой.